У Мінской области протягивается активная уборочная кампания и борьба за профессийные рекорды. На сегодня в центральном регионе убрано 72% площади, а намолочено 1 400 000 тонн. Таким чином, сярод 22 районов самый великий урожай по-ранейшему у Слуцким – 142 тысячи тонн. Не на шмат отстают хлеборобы Несвийского района, у них 132 тысячи. Далее идет Копыльский район, тут аграрии намолотили 112 тысяч тонн збожжа. Что до урожайности, тут по-ранейшему лидирует Несвиж, где собирается 63 центнера с гектара. У троицы лидеров – Дзержинский район – 58 центнеров и Минский – 53. Огульный показчик урожайности по области – 38 центнеров с гектара.